Конечно, как и у всех, у меня периодически бывают приступы осенней депрессии. Я борюсь очень просто. Я просто себе, когда у меня начинается депрессия, мне кажется, что все пропало, жизнь кончена, вообще все не так и все плохо. Я просто говорю: Алексей Николаевич, у вас депрессия, это нормальное состояние организма. Это действительно нормальное состояние организма. Просто надо себе отдавать в этом отчет. То есть вот так же, как мы заболеваем, говорим: о, что-то у меня насморк, наверное, я поймал. Или грипп, мы говорим, или я простудился еще. Мы же отдаем себе отчет, что мы заболели. Точно так же с депрессией. Надо себе просто отдавать отчет. Началась депрессия. Это состояние, это такое некое психологическое заболевание в легкой форме. Да? Это не тяжелое психическое заболевание, но это в легкой форме некое психическое заболевание. Оно как бы оно нормально, оно пройдет. Просто надо себе отдавать в этом отчет и особо не поддаваться этому, не усугублять это все, да, а как бы, да, ну ничего страшного, это пройдет. У нас есть приступы безудержного веселья, бывают у каждого из нас, и даже без влияния психотропных веществ, так скажем, да. Просто бывают приступы безудержного веселья, когда мы встречаемся с друзьями, когда мы вдруг видим что-то, какую-то природу невероятную, или видим где-то в путешествии какие-то, я не знаю, там, чудеса света, у нас бывает какой-то щенячий восторг, абсолютно беспричинный. Соответственно, у нас совершенно нормально, что у нас бывают и приступы депрессии. Надо просто отдавать себе в этом отчет. Вот и вся история. Лекарства пить не надо.